С вами программа «Место происшествия» и ведущий Роман Макропуло. Здравствуйте! И сегодня я вам расскажу о некоторых происшествиях и личных наблюдениях. Ничего святого, пойман мошенник, обманувший пенсионера. Попался на мелочи. От кражи из магазина до федерального розыска один шаг. Ценности культурные и материальные. Что из страны не вывезти, даже с Божьей помощью. Аварии на городских дорогах, но обо всем по порядку. Шел в одном краснодарском магазине обычный торгово-рабочий день, как вдруг начал товар сквозь кассу без оплаты мигрировать. Не без помощи подозрительного мужчины. Расстроились продавцы и вызвали наряд. Прибывшие росгвардейцы недостачу обнаружили, а вместе с ней гражданина 30-летнего. А когда к нему присмотрелись, ахнули. Гражданин-то в розыске федеральном. Теперь встречу с мужчиной ждут представители ФСИН. И, видимо, дождутся. А в аэропорту в это время взлетали и садились самолеты, проходили досмотр пассажиры. Был и пассажир с сумками объемными и вещами нагруженными. В них-то и обнаружился крест, и не простой, а антикварной, и цены немалой. Переглянулись таможенники и отправили ценность на экспертизу. Признали эксперты, что стоимость физическая с лихвой перекрывается культурной. И редкость древнюю изъяли. Пассажир же, что хотел с вещью святой в Грецию отправиться, полетит без нее, но с административным делом о нарушении правил провоза и декларировании культурных ценностей. Надругались над святым парочка мужчин. Позвонили они местному жителю 93 лет от роду и рассказали, что попал его внук в ДТП. И чтобы от ответственности его отвести, нужно 150 тысяч заплатить. К сожалению, пенсионер поверил мошенникам и деньги отдал, и только потом позвонил внуку. С ним, естественно, все было нормально, и в ДТП он не попадал. Оперативники такую низость простить ворам не могли. Спешно был задержан 23-летний подозреваемый. Сознался он и в этом преступлении, и еще в одном. Обманул он еще одного пожилого человека и сдал подельника. Улица полна неожиданностей, то там, то здесь что-то происходит. Временами даже случается, а то и вообще, как возьмет, как стрясется, сейчас покажу. Вот, например, Тихорецкая. Тихо и неспешно ехал по ней большегруз. Протискивался сквозь пробку и таки втиснулся. В Ларгуса, что в мертвую зону попал. Ситуация стандартная, но дальше больше. Чуть позже и чуть ближе тоже ехал грузовичок. Вез он тракторок. Неспешно и аккуратно двигался вперед, как вдруг еще один Ларгус взялся, не пойми откуда. Весело виляя и подпрыгивая на бордюрных камнях, ударился он о лоб работяги бобкетовоза. Что это было и почему на этом участке так не везет Ларгусам, я не знаю. А еще чуть дальше на Дзержинского стоял «Опель». Стоял, напрягшись, вперед прыгнуть собирался. А потом как взял, как прыгнул, задорно дымя трубой, вращая колесами и меняя направление, да и попал под транзит. Был грузовик, виден издалека, но немца это не остановило. Зато «Форд» остановил. С вами была программа «Место происшествия» и я, Роман Макропуло. До встречи на главном городском.